С 25 октября в Самарской области вводятся дополнительные нерабочие дни, которые объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. Такое решение принято главой региона Дмитрием Азаровым после обсуждения с бизнесом и общественными организациями. Дополнительные выходные в Самарской области вводятся с сохранением заработной платы для работников. Испытание выпало нам сегодня. Время выбрало нас. И мы достойно держим удар. То, что в этот сложнейший период для экономики, для социума, для нашего государства ни одна программа, ни один объект не остановлен, социальные обязательства даже увеличены, я думаю, конечно, заслуживают отдельного рассмотрения. Согласно постановлению губернатора, организации и индивидуальные предприятия с 25 октября по 7 ноября приостанавливают свою деятельность. Работать продолжают только организации с непрерывным производственным процессом и те, что указаны в документе. Например, больницы, аптеки, транспортные предприятия, занимающиеся перевозкой граждан и другие. Что касается вузов, техникумов, колледжей и школ, то с 25 октября по 3 ноября учащиеся отправляются на каникулы. В детских садах вновь организуют работу дежурных групп. Кроме того, учреждения дополнительного образования переведены на дистанционное обучение на 2 недели. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».